Комиссаров Артем Серопарков, город Клин. Без защиты. Артем Комиссаров, Клин, второй подход. Судно Бродион. Встал. Расправился. Стой. Драгушан Дмитрий, Клин, первый подход. Комиссар Партнер, город Клин, третий подход. Подъем, не убежит. Судно Бродион, вторая купанка, второй подход. Сожалению, вес не засчитан. Два закона не засчитан. Бессудно Бродион. Если подход. Не торопись, расправься. Молодец, боролся, заслужил аплодисменты. Боярчин Владимир, Электрогорск.
без защиты. Сделал пассив. Тимошин Алексей Клин. Печатов Андрей, Озеры, первый подбор. Готовится Иванов Илья. И Владик Илья, видно, серый подход. Моя Игорь Владимир. Объем съел дальше. Василий Селов. Вес защита. Тимошин Алексей, город. Печатов Андрей. Иванов Илья. Тимошин Алексей Клин. Давай.
Чичанов Андрей Озер. Василий Всеволод. Гаврилов Александр. Без защиты. Кремев Игорь, город Кострома. Курбанов Казим.
Михалёв Павел. Как было написано, я там 55, я спрашиваю, 55 пойдет. Я предлагал побольше, это как побольше. К сожалению, этот подъем оказался неудачный. Муляр Александр,
Вес 103 килограмм, ему позволяет выйти тройку призеров. Жестко спину, ножками упираемся. Муляр Александр, вторая купавна. Oh.
защита, поздравляю. Поздравляю, Руслан. Руслан Сандов. Российском турнире по тяжелой атлетике памяти олимпийского чемпиона Евгения Минаева занял Игорь Коренев с результатом 163 килограмма. Второе место занял Михалев Павел, 165 килограмм. И первое место занял Агамов Станислав с результатом 180 килограмм. Весовой категории до 62 килограмм в ходе упора головы. Третье место занял Салатеев Сергей, город Клин. Результатом 185 килограммов. Второе место занял Воробьев Дмитрий. Результатом 190 килограммов. И абсолютно с лучшим результатом занял первое место Золотого Руслан. До 230 килограммов. И награждает специальным призом наших соревнований, потому что Евгений Минаев выступал в этой весовой категории. Павел хорошим ухом. Теперь Московская область молодежи, среди молодежи, тоже победили в итоге. В ходе упорной борьбы весовой категории 56 килограмм третье занял Маякин Владимир, результатом 142 килограмма. Второе место занял Тимошин Алексей, результатом 150 килограмм. Первое место занял Василий Алексеев, результатом 56 килограмм. Ой, 155 килограмм. Весовой категории до 62 килограммов. Третье место занял Салатеев Сергей, город Крым, результатом 185 килограмм. Нормально. Второе место занял Воробьев Дмитрий, результатом 190 килограмм.
Первое место занял Руслан Хартов с ударом 230 килограммов.